Дед Мороз должен поздравить каждого ребенка. В рамках благотворительной акции «Дед Мороз 2013» ее участники поздравляли детей с ограниченными возможностями. Около 200 маленьких горожан не смогут посетить разнообразные новогодние представления, поскольку они не в состоянии передвигаться. Поэтому в каждый из районов Запорожья отправилось по 10 Дедов Морозов, чтобы поздравить этих ребят дома. За счет средств городского бюджета для детей закупили сладости и игрушки. Я уверен, что у каждого ребенка должен быть свой Дед Мороз. Поэтому вот все эти дети, которые стоят у нас на учете, они сегодня получат новогоднее поздравление. Большинство участников акции – молодые люди. Все как один волонтеры говорят, уже давно мечтали примерить бороду и красный костюм, чтобы порадовать детвору. Поэтому, когда выпала такая возможность, согласились без раздумий. Дуже приємно дарувати якусь каплю, але радості. Все-таки Новий рік, Дід Мороз, для них любий гість. От щось нове для них це дуже весело. Іменно, коли участвуєш в таких мероприятиях, розумієш, що є немножко другая сторона жизни детей. Ну, люблю я детей. Вот, и решил принести всем, вот, чтобы тоже гуляли, праздновали, веселились. Ведь Новый год – это светлый праздник, это праздник для детей. Александр Син призвал всех запорожцев не оставлять без внимания таких детей. И если нет возможности поздравить их своими силами, сообщить об этих ребятах городским властям.